На конкурс дети читают стихи. Егорова Саша 6 лет. Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. От его лекарства станешь ты здорова. Будет чуть-чуть горько, что же тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобою, бабушка, поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Посмотри, как прыгаю, это так легко. Улыбнулась бабушка. Что мне, доктора? Я не заболела, просто я стара. Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла годы молодые, где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокой, за рекой глубокой. Как туда добраться, людям неизвестно. Говорю!